Если вы хотите научиться управлять своим будущим, то делайте, как я вас обучу. Каждое утро просыпайтесь и говорите: «Ура, у меня скоро будет много денег». Как? Разве это имеет значение? Почему это не имеет никакого значения? Кому вы произносите эти слова? Вы же эти слова не себе произносите. Вы произносите это в виде надежды, что будет это с вами происходить. А вера позволит той энергии, которая управляет миром или которая называется будущим, это для вас создать. Таким образом, вы включаете два элемента вашей жизни, которые называются вера и надежда. Что блокирует выполнение первой и второй элементарной психической, элементарному психическому исполнению вашей надежды и вашей веры? Я вам могу объяснить, что отсутствие чего? Любви. А это еще что такое? Что это за ерунда? Нет, друзья мои, любовь не заключается в том, чтобы...